26 августа 2022 года у нас родилась долгожданная доченька. Дату она себе выбрала не просто так. Она родилась в пятницу, 26 августа, точно так же, как когда-то ее брат родился 26 июня и тоже в пятницу. 17-25, весом 3 килограмма 470 грамм и 52 сантиметра. Ну, сегодня радостный день, мы забираем нашу дочку долгожданную, Эрику. Вот, очень долго ждали и старались. Вот, особенно мама молодец, конечно. Это долгожданный ребенок наш, и мы тебя очень любим. Ты была умница, красавица у нас. Все будет хорошо, поэтому, значит, очень радостный день, солнечный, лето, все прекрасно. Эрика. Имя мы ей выбрали такое неспроста. Пока она маленькая, это веселая, озорная девчонка, очень такая любознательная, умненькая. А когда вырастет, она будет такой мужественной, а мы приложим к этому максимум усилий, потому что мы тебя очень сильно любим. Любимая Эрика, я тебя люблю, и я желаю, чтобы тебе светило солнышко, чтобы твои дни каждые были очень хорошие. Я тебя так сильно люблю. Я так тебя сильно ждал целых 40 недель, и я очень рад, что ты уже родилась, и мою маму выписывают. Я очень ждал, чтобы тебя выписывали. Я тебя люблю. Моя любимая внученька, мы сегодня все собрались тебя первый раз встречать. Ты родилась, и это просто такое счастье для всей нашей семьи. Мы приехали в полном составе. Сейчас мы все по очереди будем держать тебя на ручках и желать много-много счастья. Дашенька, поздравляю тебя с рождением доченьки. Пусть она радует себя каждый день. Растите большими, здоровыми, красивыми, самое главное, счастливыми. И пусть каждый день будет наполнен детскими улыбками, детским смехом. Большой вам дороги в жизни. Пусть у вас все будет хорошо. Я поздравляю вас, тетя Даша, с моим другом Эльдаром. Вы самые лучшие в мире. Пусть у вас будет побольше веселья. Я так счастлива, что я приехала к тебе на выписку. Эрика, расти здоровой, счастливой. У тебя просто обалденные родители. У тебя есть большой, заложен уже в тебе потенциал. Поэтому ты вырастешь, и ты сможешь добиться всего, чего только пожелаешь. Я очень тебя люблю. Я так мечтала все 9 месяцев поцеловать пяточки. Вот сейчас моя мечта исполнится. Пусть и твои мечты все до единой исполнятся. Хорошо?